Мы вновь у Антона Мухина. Мы вновь доделываем благодаря Антону мой велосипед. А где новая? А, догадайся, новая. Которая не стертая. Ну что, подумаешь, парень любил катать. Так, у нас сейчас без 5:12. Я говорила час. Когда часы 12. Дар Прометея. Прометей, имя его донесла до нас прекрасная древнегреческая легенда Ник Балабанова. Озарил светом разума. Это на века создал. Спички! Книга. Балабановский экспериментальный завод. У них был экспериментальный завод. А если открываешь их, то тут... Не говори, если устал. Мужик, печь. У тебя одна коробочка неправильно лежит. О, боги! Другое дело. Вот, я жду, когда мне починят велик. Ребят, что там? Так как на улице у нас уже лето, то на работу я поеду на своем любимом и привычном транспорте. Чудо-гора в квартире. Единственная проблема, что это чудо-транспорта, ему надо накачать колесики. Классно, покатались вообще. Это пушка прям. Угадайте, где я снова? Я в филармонии. Только теперь не у себя в кабинете, а в кабинете Макса, который отвечает за проектор. Вот тут за проектор, тут за свет. Там он ребята уеживают. Короче, сегодня за место этого дрыща я буду работать, потому что он заболел. При любимой девушке, которая у него врач, он умудрился заболеть. Молодец, Макс. Я буду переключать всякую анимашку в такт концерту. На одной репетиции не было, сейчас будем ориентироваться. Будет джазец, полный джаз. Умопомрачающий дизайн. Буду смотреть на фотографии здания, пока я сам нахожусь в этом здании. Бум! Пока туда. Олег, славу, ребят. Просто все пышет. Музыка и мода. Чем еще тут пышет? И немного охоты. Не пиво. Картинок с охоты. Отвел концерт, который должен был вести наш чудесный дрыж Максей. Дэн, что ты включил? Я пугаю бородатые парни с камерой. Бородатая женщина с камерой тебе пугает меньше. Ты была миром моим и была войной. Всегда приятно, когда тебя забирают с работы на машине. Но лучше, когда это делает любимая жена, а не друг карлик. Но все равно неплохо. Карликами так. Бухать по бабам и веселиться. И монтажить. Ночь напролет. Голосянская готовка, да? Скверная карлика пахнет, не чувствуешь? Карликовая скверная, откровенно, сейчас кто-то нафунял. Да боюсь, здесь это, священник нужен с кадилом. Кадила от компании Ambipure. Это тоже над кошкой Наруто пересмотрел, как-то такой, играю с ней в одеяло, заворачиваю тебя, такой, техника, тысяча одеялов. Когда Женька мне едет в Харьков, я тоже включаю режим отшельника. Это бардак, грязная посуда. Режим отшельника. И как бомж такой, все, режим отшельника. Любимая уехала. Наруто. 17:53. Сейчас самый час пик, мы едем на Газпром. Да, Данил? Я тебя удивлю, мы сейчас налево повернем. Удобно? В час пик. На Газпром. Поехать. Самое умное решение. Едем. Да ты посмотри, какие тюльпаны. Город тысячи тюльпанов. Look it. Смотри, какая красота. Не пиздец ли? Помогу, если что, что-то. Ты хочешь самостоятельно почувствовать? Тести. Так давай я выйду. О, блядь! Скверна из карлика исходит. Скажи много твои скверны. Самостоятельно себя хоть чувствовать, хочешь сам все заправить. Я все могу. Помощь отрицает, а потом такой, нам никто не помогает в государстве. Всех отторгать. Ну, вот есть туалет для инвалидов. Ну, какие-то, наверное, у людей особенности ж. Где туалетная бумага для инвалидов? Где освежитель воздуха для инвалидов? Может, я тоже себе коляску хочу. Может, мне заебать ходить ногами. Не могу купить коляску не для инвалидов. Есть только ебаные инвалидные коляски. Вот рости есть, а колясок нет.
Хочу свою коляску. Какого хера? Вот вам и ни хера. Поэтому пандусы везде вырываю, ставлю бордюры. Думаю, встанем здесь. Ну, сейчас мы проверим мои профессиональные навыки. О, блядь, ремень, ремень, сука. Ты скотс. По-моему, я заболеваю. По-моему, меня инструктор примерно так же учил. Ты был похуй инструктором, я тебе отвечаю. Ну, я говорю, все, кого бы я выпустил, они были просто морально готовы к любой в машине. Да. Вот мой первый ученик, это чувак, видел? Ага, тёлку на ебала. Такая погода уже 3 дня. Не так давно Белгородский государственный институт искусства и культуры обзавелся новым корпусом. И вот сегодня, как бывший выпускник данного заведения, я решил проверить его на безбарьерную среду, которая всегда кичатся в нашем городе. Я вот сейчас поднимаюсь по пандусу. Для того, чтобы этот вопрос осветить более широко, я договорился встретиться с Михаилом Игнатовым. Настоящий музей, он функционирует всего лишь около 3 месяцев здесь. Ну и, конечно, здесь были VIP-гости. А ребята, которые занимаются? Говорю, ребята с ограниченными возможностями, они... По разу здесь были, что открыто все время. По поводу ребят, которые у вас занимаются творческой деятельностью, ребята-инвалиды, которые... Есть какое-то будущее, вот, именно сотрудничество с ребятами-инвалидами? Не, ну это у нас именно вечером при школе искусств. У нас как... очень много замыслов, в том числе и со славянским центром. И востребованность в этом плане есть. Поэтому у нас есть перспективы, конечно. Друзья, запасайтесь платочками, потому что сейчас будет грустный блок под грустную музыку о силе духа и о стремлении добиваться своих целей. Мне даже вот и дочь дома говорит, вот мама, ты знаешь, вот иногда мы, вот у нас Данила как вот такой визуальный ориентир с точки зрения вот как человек идет по жизни, как он поднимается по лестнице. В каком смысле? Она говорит, вот мы иногда проплачемся, то-то там у нас болит, то-то. Мы смотрим на этого человека, для которого вообще никаких нет преград. То есть у него жизненные силы настолько мощные, что с него можно брать пример. И поэтому мы перестали ныть. Глядя вот на этих людей, мы просто перестали ныть. Первые никелированные перила, которые появились перед ступеньками, это вот благодаря Даниле. Нельзя не сказать, что первый этаж нового корпуса факультета дизайна практически полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Здесь и пандусы на входе, пандусы внутри, есть отдельный санузел для инвалидов, и также обещают, что столовая вскоре тоже будет доступна. К сожалению, безбарьерная среда заканчивается первым этажом. Отсутствие лифта – это краеугольный камень 4-этажного здания нового корпуса факультета дизайна. Говоря попросту, обучаться дизайну, прикладному ремеслу, стать дипломированным специалистом у инвалидов-колясочников нет ни единого шанса. А так, да, просторно, светло, много лестниц, хороший корпус. Лёха, значит, там фейку пробует. Счастливый такой, бегает, радостный, в трусиках, снимает себя, веселится, ха-ха-ха, хи-хи-хи. А я в пробке стою, потому что злополучный КВН. Вот пробка. И вот пробка. И сзади пробка тоже. Мужики тоже едут в КВН. И справа все едут на КВН. Все любят КВН. КВН игра молодых, массовая игра. Мужик бросил машину, решил, так пойду на КВН. КВН, 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 КВН. Пробки и КВН. КВН и пробки. Воскресенье. ЦМИ. Понедельник, ЦМИ. Понедельник, ЦМИ. Понедельник, ЦМИ. Вторник, ЦМИ. Понедельник, ЦМИ. Добрый вечер, дорогие друзья, на сцене команда «Пушка». А ну-ка, маленький вьетнамец, дай гонг к началу. Привет!
Пошли. Вперед на вырезание. Две наивкуснейшие шаурмы с сыром специально для Читы Рашин. Заказывайте карликовая шаурма в любое время дня и ночи. Мне же нехуй делать. Ну что не сделаешь ради друзей. Не за что! Расскажи людям, зачем я на самом деле к тебе приехал? Не просто шаурму привез. Он делал зеркало в 3D-программе. Для того, чтобы потом его папка вырезала это на модном клевом станке хорошее резное зеркало. Но так как мы переустановили винду Данилу, 3D-программу, уже не открывает то самое зеркало, сделанное в компьютерной программе. Я скачал снова эту программу. Данил за это привез мне две шаурмы, и теперь он будет сидеть и разбирать эту прогу. В прошлом влоге, в 8-м, мы говорили вам, что разыграем вот эти замечательные два магнита. С помощью сайта Randomizer определим двух победителей, которым достанется замечательные презенты из города Волгоград. Все на ваших глазах. Жмем определить победителя. Итоги конкурса подведены. Переходим, проверяем. Итак, победителем стал Станислав Горбань, мы поздравляем его, это первый победитель, который получит магнитик из Волгограда, а сейчас мы определим второго победителя, жмем еще раз определить победителя. И это Дмитрий Шапошников, мы поздравляем наших победителей, ребята, спасибо за ваши репосты, ждите магниты, мы вам их передадим.